Талантливые люди талантливы во всем. Активисты территориальных общественных самоуправлений не только радеют за решение проблем своего двора, но и могут организовать концерт, петь, танцевать, читать стихи – для общественников не проблема. Показали свое мастерство на деле, поучаствовав в конкурсе «Поем всем двором». А приурочили мероприятие к десятилетию движения ТОС в Ульяновской области. Но это у нас, как сказать, первый такой опыт, потому что мы его проводили в рамках десятилетия нашего ТОСского движения. Были у нас спортивные мероприятия, как раз была выставка рисунков. И вот сейчас у нас непосредственно культурный такой, что мы уже ТОС занялись культурой. А то обычно говорят, что ТОС – это благоустройство, мы видим, что это намного больше. Свои таланты показали 14 команд из 10 муниципальных образований. В репертуаре как русские народные песни, так и современные. Например, хор «Сударушка» и «Зеленые рощи» исполнили свою любимую песню. Они победили в номинации «Взрослый ансамбль». На конкурс мы пели песню «Возле речки, возле моста». У нас село около речки, вот. И снимали мы эту песню около речки. Это наша любимая коронная песня. Всего оценивались конкурсанты по нескольким номинациям – сольное исполнение, взрослый и смешанный ансамбль. Победителями стали артисты из ТОСов «Наша жизнь», «Надежда», «Четвертый микрорайон». Конкурс провели в сотрудничестве с централизованной клубной системой. Жюри также не осталось в стороне и порадовали гостей музыкальными композициями. Анна Тищенко, Управда ТВ.